приходите ко мне в 7 утра, я вам покажу, как я не пью, как я занимаюсь спортом, как я работаю нянечкой, как я работаю доцентом. Это уже в 9.30 я начинаю работать доцентом. Это мы тоже все знаем, 9.30. И мы наслышаны да. об этом тоже. А потом я уже прихожу в театр. Да. Не, но не. После 8 я начинаю пить. После 8. Вот, мы после 8. Сейчас, слава богу, уже сколько? Уже и 0, встречаемся мы после 8 вот. Обычно. И поэтому, все, кто меня видит после 8, считают, что я законченный алкоголик. Да я не считаю, что ты законченный алкоголик, я просто... Вот. Да. Но важно развенчать этот миф. Нет, нет, я знаю, что ты трудоголик, да, очень много делаешь, работаешь, я знаю. Да. Так но очень странно, ага, что тебя да. волнует, что кто-то думает, что ты законченный алкоголик. Мне кажется, тебе нет, должно я скажу, что меня волнует алкоголь. Алкоголь? Вообще алкоголь? Все, что меня волнует, волнует в театре, всех, это алкоголь и театр. Да, не, в жизни я хотел сказать, алкоголь и театр. Вот две есть таких вот одержимости жизненных. Семья, еще забыл семья. Ну, как бы на камеру я должен сказать, что семья и прочее. Но поскольку у меня вспорот выдающийся конфликт в семье относительно моих именно истории, наверное, не надо их одержимостей в качестве алкоголя и театра, то я как раз могу... Не хорошо, хоть на наркоте никто не сидит. Как? Да я не про тебя. Не, ну какая наркота? Ну, посмотрите на меня, какая наркота. Дули у меня их своих хватает, слава богу. Всегда хватало и навсегда хватит. А вот алкоголь не то чтобы он меня волнует, хотя волнует, конечно, он меня волнует ежедневно после 8. Именно как какая-то часть жизни, которой ты не можешь воспользоваться до 8. Потому что до 8 нужно соблюдать приличие. Выходить на сцену в 7, в 7.30. То есть 7.30 мы вышли на сцену, 7.30 вышли на сцену, а потом можно гулять. Не балуй. Ну, когда вернешься со сцены. На сцену выше уже вернешься, уже в любом случае будет после 8. Ну, а так, что, чтобы ты вернулся, успел выпить и вновь пошел, ну, такого почти не было. Слушай, ну ты считаешь, что это повсеместная проблема? Нет. Я вообще не считаю, что это проблема. Алкоголизм – это проблема, потому что до поры и до времени алкоголизм прекрасно совместим с профессиональной деятельностью в области театра, ну и кино. Прекрасно совместим, да? Прекрасно. И если артист выпил и играет лучше, чем если он не пил, то какой смысл пить меньше? Но ты же пьешь после спектакля. Я пью после, а те, кто пьет до? А вот те, кто пьет после, а те, кто все время пьют? Не, все время пьют, мне такие неинтересны. Неинтересны, нет, да? Неинтересны. Неинтересны. Мне интересны те, кто пьют во время работы, а не все время работать. Ну, если ты будешь пить все время, ты не сможешь все время работать. Ты сможешь сначала поработать, потом выпить. И я так и живу. Уже 9 лет я так живу. Но мне это не мешает работать. А работа не мешает мне пить. До поры до времени. Потом мне все перестанет мешать. И тогда придется выбирать. Я один раз отменил алкоголь. Я сделал над собой усилие. И полтора месяца не пил. Полтора месяца, 45 дней к ряду. Шутка ли? 9 лет я пил каждый день. А тут 45 дней не пил. Никак. В том-то и дело, что никак. Ничто не изменилось. Я не стал чувствовать себя свободнее, энергичнее. Я не ощутил здоровый дух в здоровом теле. Не ощутил вкуса пищи, запаха кислорода, свежести жизни. Ничего. А если нет разницы, какой смысл пить меньше, подумал я. И стал пить, как и раньше. Но я прошел через этот рубеж. Не всякий через него проходит. Некоторые выдерживают 4 дня, и тогда все плохо. Некоторые не могут до 8 вечера удержать себя в руках. И не могут заняться делом. В 7 часов утра поработать нянечкой, в 9.30 доцентом, в 12.20 режиссером. Не все это выдерживают. Поэтому я не рекомендую использовать мою практику в повседневной жизни. Но я замечаю закономерность, да, до поры до времени алкоголь помогает творчеству, но потом наступает возраст, который мешает этому процессу. Вот. Ладно, что-то мне домой пора. Пойду я. Самое главное, что мне домой было пора давно уже. Но вот, понимаете ли, вы наступили на мою, как говорится, любимую мозоль. Да. Мне хочется говорить. И тогда о вас. Или обо мне немного. Ну ладно, ладно. Хорошо, все хорошо. Полимсест. Как говорится. Полимсест. Ну ладно.
Шурма-лайт. Да. У меня утром работа. Потом днем работа. Потом... еще раз работа днем. У меня все время работа. Я не могу вот так вот, вот ходить. Надо быстро выпили и поехали по домам. Все. А у вас здесь есть стоматологический клиник. Ерундой занимаетесь. А ты еще повесили. Не можете. Ну, что вы там не можете? Детскую площадку сделать не можете. Что это такое? Вот это мне надо отдать это здание. Это здание мне подойдет. Я здесь могу быть. Хороший забор. Постранитесь. Полярно. А это что? Вот здесь вот, вот мой заезд. Вот я здесь заезжаю. Ворота для меня открываются, там видно, все подметено. Вот. И там я. А здесь уже все остальные можете находиться. У вас тут дубы, платаны, крепплата. Это вот что это? Все, ничего нет. Хорошо, ворота парадные. А там кто? Никого. Вон, все, лентой обнесено. И прохода нет, проезда нормированным людям. Знаю я ваш английский клуб. Одно только название английский клуб. Здание с колоннами получили в центре Москвы и радуются. А сами не могут искусство создать. Больница здесь была. А сейчас один офис, один. Вон он там. Один офис, остальное все там, закрыто. За неимением средств. Тоскливо все это, конечно, печально. Простаивают помещения. Я каждый день хожу по Москве. Каждый день я вижу помещения, которые простаивают. Просто заходишь, все потрепано. Все презрено. Все предано забвению. И вот подобно этим спильным деревьям. Приходишь, чердак. Ну пустой чердак, ну пустой. Ну сделай там что-нибудь творческое, что-нибудь высокое. Ну хотя бы какую-нибудь, ну хоть мало-мальски полезную вещь в обиходе культурном. Нет же, там простаивает все. Все же арендодатели меняются каждый месяц. Я все это знаю, у меня на моей улице сколько поменялось. Сейчас опять открыли, ну закроется. Полгода не пройдет. Я ходил, у меня там был алкогольный отдел, я ходил каждый день. И там были продукты, там капусточка была, огурчики, там помидорчики. Ну все это что я? Ну ходил, вот только я и ходил. Все это закрылось. Не дождались они. Они ждали, что когда откроют общежитие малого театра, так и не дождались. А его так и не открыли. А уже магазин закрылся. Была распродажа хорошая, алкоголь хорошо продавался, но... это все равно денег надо. Так вот они все и сами выпили, видимо. Все закрылось. А это вот огромное здание, никому не нужно. Какие площади простаивают. С другой стороны, конечно, может и театры не нужны.
потому что театров тоже много, хватает уже. Может быть, если бы вот эти театры, да на эти площади некоторые, а некоторых людей из этих площадей, да в те театры, чтобы не было там того, что в этих театрах сейчас есть. Может, оно как-то лучше станет? Ну куда 390 театров в Москве? Куда это все? А люди все равно не ходят. Ходят сумасшедшие одни и те же. Может и не надо. Но помещение простаивать все равно не надлежит. Ну сделайте там клуб. Ну клуб сделайте. Ну вот допустим, не сделайте вы театр. Ну что мы привязались к театру? Из-за того, что я хочу театр, вы что будете делать театр? Нет, конечно, сделайте клуб. Ну у нас, на моей улице, Башмет-центр. Всю жизнь был клуб детского творчества. Творчество, дом творчества пионеров и все остальное. Теперь Башмет-центр. Так на нем даже вывески нет, что это Башмет-центр. Вот как я должен узнать, что это Башмет-центр? Я, предположим, братцы, хочу прийти в Башмет-центр, а я не знаю, где он. У меня есть адрес, я пошел по улице, а вывески нет. Старинное здание, новодел, псевдоготика, или как она там называется, псевдомодерн. Там все псевдо. Ну я же не знаю, что это центр Башмета. А чем? А если бы это был дом творчества пионеров, там хотя бы была бы табличка «Дом творчества пионеров». Но я не говорю, что надо выселить Башмета и вселить «Дом творчества пионеров». Ну какие-то должны быть законы. Почему то идут спектакли, то не идут, то идут кружки, то не идут. А если я хочу прийти со своим спектаклем, со своим кружком, куда я должен звонить? Куда я должен звонить? Там звонка нет. Это все, конечно, все печаль. Поэтому я пока что в веломастерской играю. Так объявили новоиспеченных заслуженных артистов и деятелей и всех остальных. Не успели объявить заслуженных новоиспеченных деятелей и всех остальных, так тут же премию Станиславского объявляют, которую я же и делаю, поскольку Станиславский — это я. Но и что это такое? Это везде один и тот же между собойчик. Я это понимаю. Ну, будьте вы хоть чуть-чуть объективными. Ну не номинируйте вы меня, я же понимаю, что вы меня не номинируете. Но есть люди, которые достойны и так далее. До сих пор его не номинируют, то значит, и чего мне об этом думать? Мне можно предаваться своим империям творческим, поскольку творческие империи — это то, чего меня не покидает ни на минуту. Как не покидало 10 лет назад, так и не покидает и сейчас, невзирая ни на какие события, проходящие в жизни, ни на статус, ни на возраст, ни на быт, ни на семейное положение,
невзирая ни на что. Мои творческие империи, они предельно прекрасны. Они своего рода гениальны. Они бесконечны, в отличие от конечной и убогой сегодняшней жизни. Может быть, и в бесконечности заключена конечность. Может быть, и там я эфемерен. Но во всяком случае, я эфемерен в своей системе координат. И значит, что мой гений, он стабилен, скажем так. Понимаете, стабилен. Он может быть там по шкале не такой гениальный, как чей-то гений, но зато он взращен, он возделан, он прополен, так сказать, как это назвать, он ухожен, этот гений. И уж, может быть, я не доберусь до каких-то там высот, ну до каких-то, может, и не доберусь. Но, во всяком случае, не всякий доберется и до моих высот, хотя, по-моему, я это уже говорил когда-то. Ну, правда, ну а что поделаешь? Да. Ну вот. Так что, я теряю мысли. Вечерами теряю мысли. Ну вот, и, видимо... А, вот к чему я это говорил. Что раз, невзирая на возраст, положение, обязанности, быт и прочую-прочую вещь, есть что-то константное, есть что-то постоянное и непреклонно существующее, а именно моя гениальность, то значит она переживет всех упырей театральных, всех этих ничтоже сумняшихся, пробравшихся сквозь чернозем этой культуры червей, которые пытаются эту культуру пожрать. И, конечно, вы там разбираетесь сами с собой, но поскольку вы манкируете определенным вещам, ну так значит, вы их и не видите. Ну а мы взрастим пока что светлое и прекрасное, новое и старомодное, экспериментальное и консервативное. Взрастим и приумножим. И в конце концов пробьемся к свету. Свет-то надо пробиваться. Должен светить, светить, светить. Ну ладно, мне кажется, я повторяю. Вот я сегодня был в гостинице «Балчук», а вы...